В начале апреля 2024 года в УМВД по Ленинскому округу стартовал детский конкурс «Полицейский дядя Степа». Правила были просты – изобразить или сделать своими руками всем известного героя стихотворения. В ход у юных умельцев шло все – пластилин, картон и даже опавшие листья. Каждый изобразил дядю Степу по-своему. Дядя Степа – это такая фигура положительная, она идет из наших детских книжек, из нашего детства, поэтому каждый ребенок знает дядю Степу, и в его лице он видит, насколько хорошо и качественно работают наши органы. Сотрудники правоохранительных органов выступили в роли жюри. Им предстояло отобрать по одной работе из трех возрастных категорий. Представитель общественного совета у нас вот это выбирает, значит вот это все. В 2024 году конкурс «Полицейский дядя Степа» был приурочен к году семьи. В оценке члены жюри отмечали работы, в которых отражена тематика конкурса. Работы все красочные, все рисунки и поделки сделаны ребятами аккуратно и очень сложно, трудно мы выбирали, но в итоге выбрали из трех категорий по одному, которые сейчас направляться будут в Главное управление по Московской области для дальнейшего выбора. Конкурс «Полицейский дядя Степа» служит детям напоминанием о правилах дорожного движения и о помощи ближним в трудную минуту. А в этом году он напоминает еще и о важности семейных ценностей. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.